25-летию воссоединения Крыма с Россией в Ненецком округе приурочили выдачу паспортов гражданам, достигшим 14 лет. Важный документ получили 25 юных жителей региона. Мероприятие прошло в рамках программы «Патриотическое воспитание населения Ненецкого округа» и всероссийской акции «Я гражданин России». Традиционным исполнением гимна торжественную церемонию открыл кадетский хор Отечества. С напутственными словами о вступлении во взрослую жизнь к школьникам обратились представители власти и силовых ведомств. С появлением паспорта у вас появляется больше возможностей для этого. Будьте жадными до жизни, будьте жадными до знаний, будьте честными. Вы уже люди с удивительной судьбой, потому что родились в Ненецком автономном округе. Данное событие знаменательно еще и тем, наряду с присягой, данной вами гражданина Российской Федерации, знаменательно подчеркивается тем, что оно еще является поводом всерьез задуматься о выборе вашего места в жизни, о достойном применении ваших сил в совершенно различных сферах государственного устройства. Паспорт – самый важный документ в жизни каждого человека. На церемонии его получили 25 жителей заполярной столицы. В качестве подарка – обложка с символикой Ненецкого округа. Что значит быть гражданином России? На этот вопрос ответили главные виновники торжества. Для меня быть гражданином России – это, во-первых, любить свою родину. Для меня значит получить паспорт, это значит стать гражданином. Это значит любить родину, это значит жить на родине, это значит жить в России. Соблюдать правила, которые прописаны в Конституции России. Каждый человек должен иметь свой регион, свою страну. Акция «Я гражданин России» проводится с целью воспитания патриотизма у молодого поколения. Напомню, на этот раз мероприятие приурочили к знаменательной дате – присоединению Крыма. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».